Всем привет! Итак, ребята, очередная посылка, которая заказывалась через бесплатного посредника. Товар шел 30 дней. Стоимость товара $3.41. Это черно-белые наклейки на стены. Ну, можно там на холодильник или тому подобное. Что-то в виде... должны быть в виде винограда. Давайте вскроем, посмотрим. Дело в том, что похожий товар уже у меня заказывали. Тот пришел помятый. Ну, этот я чувствую вроде бы как нормальный. Нет, и этот помятый. Вот смотрите. Да что ж такое? И этот помятый. Ну, давайте размотаем, посмотрим, как... Они вроде вот и заматывают вот такую пену. Ну, а сам товар доходит, я не знаю, или наша почта, или ихняя почта. Ну, это просто какой-то ужас. Два раза заказывали, и два раза приходил... Вот в таком, ну тот был вообще, конечно, караул в состоянии. Это чуть-чуть получше. Давайте снимем. Вот такой вот. Такой вот рисунок. Как он выглядит на стене, я вот здесь вот укажу. Вы посмотрите. Вот. А вот так он в разобранном виде. А, даже вот здесь вот есть, да? Ну, вот так вот можно оформлять это дело. Указано вот первая, вторая часть, третья, четвертая. Как они? Они вот отклеиваются, каждая вот отдельно. И приклеивается на стену. Вот видно, где будет отклеиваться. Вот. Он буквально там миллиметр от рисунка. И будет отклеиваться вот этот вот каждый узор отдельно. Ну вот такой вот, ну мне то сам узор понравился, да, но доставка, я не знаю, ребята. Может на стенке оно и разгладится, но... Да не, на стенке по идее оно будет смотреться лучше. Ну посмотрим, попытаемся разобраться с продавцом. Цена-то небольшая, но неприятно, конечно, неприятно вот такой вот товар получать. Но сам товар прикольный. Прикольный, мне понравился. Так что кому нужно оформить там комнату или что-то в этом роде, то заказывайте. Товар прикольный. Но на стенке, мне кажется, он расправится. Его аккуратно приклеивать в натяжечку, он расправится. Так что ссылочка на товар будет под видео. Всем, кому понравилось, ставим лайки, обязательно подписываемся на канал. Все, всем удачи, пока.